Всем привет, друзья, вы на канале Даня Рудник про Cool Life. И сегодня я построю статую свиньи. Это очень легко построить статую свиньи. Вот что нам понадобится. Оранжевый котлой, но можно на любой цвет. Каменная кнопка, ступени из каменных кирпичей, плита из каменных кирпичей, каменные кирпичи. Это все, что нам нужно. Давайте я останавливаю, чтобы вы успели взять эти все предметы. Взяли. Теперь делаем такие шаги. Ставим сюда блок. Отступаем два блока. Ой, ломать не надо было. Сейчас я все исправлю. Вот, продолжаем. Мы делаем такие шаги. Тут ставим блок. Отступаем два блока. Сейчас я починю быстренько. И ставим вот так вот наши ступеньки. Вот так вот. Теперь это дело мы ломаем. Да блин! Ладно, не делайте таких фейлов. Как я. Вот, все. Получился как столик. Сверху ставим плиты. И сюда поставим блок. Это типа голова. Каменная кнопка, это у нас типа пятачок. Вот такая статуя свиньи. Для чего? Уже блок делать, вон тут плиту и ставим. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока-пока.